Эй, нельзя так пугать людей. А если бы я тебе башку... Плохо. У меня здесь полно всего. Уже лучше. Эй, нельзя так пугать людей. А если бы я тебе башку прострелил? Я тут пытаюсь организовать бизнес. Пока дела идут неплохо. У меня здесь полно всего. Удалось что-нибудь найти? Будь сильнее, Линда. Вот и все. Thank you.
Ищите, прошу вас, мне нужна еда. Куда же я дел эту хрень?
Теперь рассчитывать можно только на себя. У меня все еще нет. Знаете, есть куда более удобный способ расправляться с этими тварями. Класс! Может, мы таки заставим ее работать? Спасибо. Даже не знаю, что бы мы без тебя делали, дружище. Есть минутка поговорить? Рация работает, но ни хрена не ловит. То ли этот парень еще дальше, чем я думал, то ли муссон создает помехи для передачи. Это займет какое-то время. Но ничего, у меня для тебя найдется и другая работа. У нас подходят к концу запасы еды и воды. Сможешь их пополнить? Думаю, что могу подсобить. Хорошо. С отелем не связывайся, электричества нет, это слишком опасно. Посмотри лучше в барах у бассейнов. Принеси все, что найдешь, что угодно, ладно? А я пока еще попытаюсь связаться с тем парнем.
Может, тут найдется то, что нам пригодится. Неплохо. Да какого черта?
Есть тут что-то полезное?
Это все? Черт побери, мало не пойдет. Нужно найти еще. Здесь поблизости есть две бензоколонки. Одна возле маяка, другая у туннеля в город. Там могли остаться легкие закуски и напитки. Отправляйся туда и притащи все, что найдешь. Почему нет? Чтобы вывезти все, тебе понадобится машина. Ее ищи там же. Так вы... Хорошо. Мне понадобятся пустые бутылки из-под виски. Или водки. Или еще чего. Наверняка их тут можно найти. Знаете, есть куда более удобный способ расправляться. Я слыхал, это болезнь. Теперь рассчитывать можно только на себя. Thank you.